Сейчас начал монтировать видео и, блин, чуть не стошнило, у меня голова закружилась, как после американских горок. Поэтому, ребята, смотрите аккуратнее. Всем привет, с вами снова Михаил Прыгунов. И вот я вернулся обратно в Питер, домой. Каникулы в Таиланде закончились, на часах 7:40 утра, и снова я в зале, в этом пустынном утреннем зале. Дорога домой заняла у меня почти 20 часов. Я ужасно не выспался, устал. И сегодня тоже не выспался, потому что встал к 7 утра на работу, на дежурство. Тренироваться я, конечно же, не буду. Буду еще пару дней отдыхать. Ну, а единственное, что я сегодня хотел сделать, так это оценить, так сказать, ущерб от тайских каникул за эти 11 дней. Посмотреть, сколько я слил. Потому что я нерегулярно и немного питался и практически совсем не тренировался. Ну а то, что я похудел, это я чувствую по одежде. Наверняка похудел. Ну что, вот я готов к этому ответственному шагу. Ты-ды-ды-дын. Да ладно. Я не похудел. Ну, минус где-то 300 грамм камера. Может, 200. Так это же отлично, отлично, отличное настроение. Продолжаем тренироваться. Итак, закончился период акклиматизации. Дело в том, что когда приезжаешь, переезжаешь из теплой солнечной страны, из теплого, жаркого, солнечного климата в наш, даже не знаю, как выразиться, ну, в общем, вот в это, когда приезжаешь, требуется немного времени больше, чем обычно. И поэтому сегодня, 19 января 2015 года, состоится моя первая тренировка после двухнедельного перерыва, связанного с каникулами в Таиланде. Да, я целых 2 недели не тренировался, ничего не делал, отдыхал, мало ел, много спал, загорал. Ну, а здесь я уже, в Санкт-Петербурге, я уже... Оль, сколько? Ну, а здесь я уже в Санкт-Петербурге целых 6 дней. И вот все эти 6 дней я акклиматизировался. Также старался отъесться после этого перерыва и отдыха. Вот сегодня я слегка потренируюсь. Что делать, когда вы возобновляете тренировки после перерыва? Либо после продолжительного, либо после непродолжительного. Нужно начать тренироваться с умеренными нагрузками. Не сразу с максимальными, а потихонечку сделать пару шагов назад для того, чтобы сделать потом 10 шагов вперед. То же самое сделаю я. Я сегодня сделаю легкую, так сказать, втягивающую, восстановительную тренировку после отдыха и начну потихонечку разгоняться, потому что до соревнования осталось 3 месяца, поэтому поехали. Следующее видео будет по вашим заявкам, которые вы можете оставить в комментариях к этому видео. Самый часто встречающийся комментарий будет исполнен. То есть, пишите в комментариях то, о чем бы вы хотели, чтобы было следующее видео. Возвращаемся к режиму. Регулярно и правильно питаемся. Много тренируемся. Скажем нет алкоголю. Скажем нет курению. Хватит отдыхать и расслабляться. Время прогрессировать. Ну что, хапнули мотивашку? А теперь бегом в зал. Все, короче, увидимся с вами в следующий раз. Пишите комментарии, оставляйте свои заявки на следующее видео. С вами был Михаил Прыгунов. Всем увидимся. До новых встреч. Счастливо. Пока.